Mercedes C-класс, 204 кузов. Изначально в нем была вот такая конструкция с таким маленьким монитором. Теперь появился такой огромный монитор. Вот так он смотрится со всех сторон. Никакого колхоза. Все по современному, по штатному. И появилась куча мультимедийных возможностей. Сейчас мы смотрим YouTube. Звук штатную акустическую систему идет. Регулируется по штатному. Управление отсюда. И сейчас выбираем Яндекс.Навигатор. Полноценное мультитач-сенсорное. Голосовое управление. Если нужны какие-то приложения, то заходим в Play Market. Скачиваем. YouTube вы уже видели. Онлайн телевидение. И при включении задней передачи появляется изображение. С нами же установлены камеры заднего вида с интеллектуальными парковочными линиями. Все штатное осталось без изменений. Вместо маленького монитора даже штатка вводится на большой монитор. Так что обращайтесь, не стесняйтесь. Все работает.